Насрал ТВ продолжает свой эфир. Да-да-да-да. Кому мне разрешили паток запустить? Я главный, я никогда никого нигде не спрашиваю. Музыку одну оставить. Может подтвердить твои слова. В прошлый паточек она говорила так, будто ты баб. Не делать. Что за вопрос такой детский? Конечно, нахуй может. Любая женщина подтвердит. Одна из них сейчас я позвоню. Так, сейчас я позвоню. Сейчас. Сейчас. Я главный. А, привет. Ну, привет. Это ты, кто главный в семье? Скажи же, я главный в семье, я все решаю. На ломозе корзину выкупаю? Я главный. Вот ну, просто... скажи, да, я скажу, что ты главный. И скажи, как есть, кто главный? Ну, если корзину выкупим, то ты. Зай, скажи, типа. Зай, скажи, я главный и самый лучший. Ты главный? А? Ты, конечно. Я, да? Вот я главный. Да. А кто еще? Конечно, ты. Я, что ли? Да, если я сказал, так что и все так и будет, ясно? Да, конечно. Когда что будет? Вот, все. Какие еще вопросы, Руслан? Пожалуйста. Все? Все. Давай. И чё? Какие-то вопросы или что? Пожалуйста. Давай, ну, парируй. Так, ну что, сейчас продолжим этажку, только нормально, без хейтинга, без букса. Елизавета, в смысле женатый человек? Ты сейчас меня оскорбила или что? Что за оскорбление в чате пошли? Что значит женатый человек? Зачем оскорблять? Итак, долгожданная, всеми желанная, это Асса Андерсон, пожалуйста. Без кибербуллита, без хейтинга. Вот, кто хочет как-то помочь, пройти, пожалуйста, чаус включен, это самое, пожалуйста. Ой, папа, заткнись, насрал. Да, и сделал я кентавра, да, сделал так, что он не едет. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Привет, ребяточки, как дела? Привет, эй, нормально. Эй, как дела? Как у тебя дела? Привет! Здорово, как у тебя дела, родной? Ты как у тебя? У тебя как? Ты что, как? Как дела у вас обоих? Я вопрос пошел нахуй. Как у тебя? У тебя как дела? Как у вас дела? Я тебя не понял, ты имеешь в виду, как дела? Как дела, да, как у тебя дела? Как настроение? Нормально все, Моргенштерн, пойдем. Насрал. 3-4-5. О, пошло добро, что? Сейчас. Погоди, привет. Я на смарт в тебя включу в квартиру. И будем проходить. Меня люди называют в реале по-разному. Бини, бык и цепал. Блять. Сучья бля. Каргу. Да блять, быстрее уйдем. Опа. Ебаная хуйня, сука. Мусора ебаная, блядь, сука. А вы можете убить, чтобы он не успел туда доехать или нет? Садись. Козел. Где негр, мой друг, Моргенштерн? Быстрее. Блять, да заебал, сука!
блядь, наебал систему. 34-5-0-5. Блядь. Ебо за 750 рублей. Ебать, что продолжается дебилизм ваших? Я опять, сука, терпеть вас, или чё? Ха-ха, смешно, да. Добавим суеты. Смешно, да. Смешно, да. Ебать, смешно. Дебил, блядь. Кстати, столько дал б***ов написала мне ВКонтакте после того раза, когда я ящики грузил погрузчика. Написали мне ВКонтакте вот эту фразу. Знаешь, чувство, будто бы забуксовал. И каждый этот дебилной, не знаю, человек, наверное, 30 написала. Знаешь, это чувство, как будто, сука, пи***ц какой-то. Не понял. А где он, блядь? Сейчас уебе. Все, пиздари. Так, родной ты мой, ты, сука, опять дебилить взялся, а? Опять ты, сука, за свое, или что, я не понимаю. Блядь, сука, отвлек, а. Да, блядь, ёбаный твой негр, блядь. Садись, женщина. Отключи хас. Сядь в технику, дура, блядь. Лё, ты чё стоишь? Ты ебать куда, снопак ебаный? Шо, сука, от евро свои кидаешь? Я смотрю, ты снопак чё? Клубнику собирать, что ли, поехал? Я худею, сука, ворохи, блядь. Я пожилой кишкоблуд. Да ебаный ты, сука, Моргенштерн, блядь. Ты садись, либо как... Лё, ебаный ты, обсидант. Это что? Почему? Мама, папу бьют. Это что за хуйня? Почему? Садись, родной, ты заблудился. Давай в технику. Прыжок. Ты что? В смысле? Садись. Сядь в технику. Да почему? Сядь, хуйбище. Блядь, упора ты. Это пи***ц. Уебаться, блядь. Чувствую, как будто у меня мейкап на глазах. Я сегодня ноготочки делал. И на ногах, и на руках. Ноготь был сломанный. Так мне сделали ноготь на ноги. Светлана мейкап занималась мною. Ну с хасом опять мегапробуксовка будет. Может, мне надо? Сейчас ты да заебался, блядь, буксовать мне здесь, блядь. Блядь, чел с парашютом, блядь. Ты чё, сука, охуела, блядь? Просто, ебать, какая-то тварь, блядь. Ой, мужики, выходите, машина ебане. Выходи сейчас, уебе. Блядь, да сейчас уебе, чё ты лежишь, блядь? Ой, боже, машина уебе, он лежит, блядь. Вопрос не совсем понял. Блять, блять, мы сейчас уебу, сука, пи***а техники. Пацаны, мы сейчас уебе. Сейчас все позабывайте. Боже, как это заебало уже, а? Улицы ЧП. Ведете вы себя, не знаете, как кто? Как бульдог, у которого нету хвоста. Ты ебаный, сука, ты ушлепок, ты ебаный. Да пошел ты нахуй, рахит ебучий. Дебилы, сука. Я классно, блядь. Фу, блядь. Запни рот, нахуй. Я сказал, я с вами дружить скоро вообще не буду. Если будете себя так дебильно вести, понятно? Повысить розыск за 200 рублей. Ну что, дедушка, как думаешь, сколько попыточек уйдет на миссию? 27-54. Не слышу лайк. Это вот эта попытка победы. Надеемся, что побыстрее, чем миссия с коробочкой. Я полиган. Не куплю себе не за 370 рублей. Привет. В смысле 750 рублей? Я хуйню, блядь. Мата как нашу, русскую. Никогда не будет смуты здесь, я тебе сказал. Или ты не уважаешь отечественный игропром? Не будет никогда смуты на трансляции. Потому что эта игра хуевая. Она недоделанная. Я уважаю отечественных производителей, но игру
сделали очень плохую. Активирует поджечь транспорт. Я в нее играть не хочу. Трич запечатлена видео женскую попытку пройти миссию для школьника. Твоя мать школьника, ну твоя мать не может играть в компьютер. Вопрос, она сидит в одноклассниках? Кто за баг? Меня перевертыш, все, фиксируем перевертную машину, блядь. Ебаный, сука, ты козлина ебаная. Блядь, заебала хуйня. Давай повышай сразу на 10, чтоб сегодня без руины. Господи, блядь, да что ж ты за человек-то такой, а? Дед нашел прям... Дед пердец, сука! Чувствую, что после прохождения к Таунас появится куча новых модеров во главе с Русланчиком. Но деньги тебе... Так Русланчик, он и так модер у меня. Элитный. Прикрутить. Я все еще почему-то не модер. Три, я уже говорил тебе, что такое безумие. Твоя мать безумная женщина, хорошо родила тебя. Блять, все, приехал. Блять, сука! Водья ничей не щелкает. А торговый центр уводи. Смышляю в горяда. Приду, проверю. Сышишь ты. Теперь. Блять, да садись у шлёпина, ебаная! Да что ты, сука, хуя ты, ебаная, блять! 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0. У твоей мамы ничего не щелкает, ты дура! Она не может себя контролировать. Кто? Ты, наверное, оскорблял девушку, тебя забанили. Девочек нельзя оскорблять. Девочки-то тюльпаны. Я иногда, когда напьюсь, могу нассать в цветы. Отключи ограничения по настройкам и убери звук у радио. Какие ограничения, где? Сухач, я сегодня 30 компасомарий пешком прошел. Ничего не щелкает. А с пивзаводом очередь у вас конкретная. Конечно, но город, без шуток, красивый. Жаль, что только сейчас приехал. За морчаном респект. Блять! Как приедешь, так и уедешь, дура, сука! Понял, крыса? Как приехал, так и уедешь. О, господи, твоя мать вельможа. Я ароматный тюльпан, который ты обоссал, когда был пьян. Твоя вишневая приора опять меня свела с ума. Ты так занизил ее клево, что уместилась даже я, корова. Насральчук Геннадий Алибарович. Работаем. Don't you say a damn thing, CJ. Как дела, дружище? Вообще, как у тебя? Это нормально, ты чё? 2400 рублей. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing. У меня все равно миссия пройдена, ты лол. Кстати, снели у вас в Самаре хорошие, чистые. Люди и великан постарались. Улица Осипенко. Не, слышишь, Осипенко. Опа, ладья. Нет, ниче. Боже, в таком чудесном городе такая сволочь засела суха. Ужас. Блять, меня сейчас убьют.
боже, не грабил, так он убегает. Жизненная хуйня. Боже, папа, блядь. А я чего такой нервный сегодня, братишка? Тебе на прошлом... Твоя мама, братишка. Блядь, негр бежит в машину, которая горит. Как думаете, что-то изменится, если у нее сядет? Сука, пизда, а ты посмотри, сука. Садись, блядь, он сейчас откроет технику и все. Тихо, видите, какая-то, блин, натечка. Блядь, он сейчас все. Давайте уходим от машинки, сейчас бах будет. О, все, кто-то умер. Все, человек убивает человека, сейчас прям бах-пах-пах, еще раз и он умрет сейчас. Бах-пах, не попадает человек по человеку, почему вопрос? Интересно происходит процесс. Че ебать, а в чем прикол, сука? А, бессмертный мальчик. А что такая миссия длинная? Это какой-то контрацепция. Не, картинка как будто... Ты чё, сука? Чтоб ты, сука, отсосал на... Какая же ты мразь, а? Да. Сука, ебаные шаки, как вы затрахали меня? Ну вот серьезно, вы дебилы, да? Причина тряски твоей мамы, блядь. Человека, блядь, все бьют, а он на... все равно сквозь все это пытается пройти игру, потому что у него большой стержень. Да, это про меня. Куда твоя мама постоянно едет? Туда, куда ее ждет сюрприз, то есть кожаный укол. Русланчик активирует боевой танк, пожалуйста, за 500 рублей. Я сейчас пройду по-быстрому. Сука. Сын мутанта, я твою мать дренажил. Ясно. Пожилым зрением больше 60 кадров не видно. Да иди ты в жопу, сука! Ебучие лодки, сука, дебилы, ебучие, блядь. Безумие. Все пи***ц. Точное повторение одного и того же действия. Нахуй лодки убираем. В надежде на изменения. Это есть безумие. Твоя мать безумная женщина. Все. Русланчик активирует случайная лодка за 120 рублей. Да чё за хуйня же, только шо это, сука, пофиксил? Да где мой друг и шаг? А? Безумие. В смысле, где мой друг негр? Точное повторение одного и того же действия раз за разом. Чё-то я не понял. Или те, кто таких, как ты, не пустят, по факту незаконно. Боже, твоя мать какая-то моложе меня. Типа тебе, допустим, ну допустим, к примеру, тебе 25. А твоей маме сколько примерно? Сука, этот негр все-таки нашелся. Он был закупан в асфальте. Я строю дома, я в них шарю все 100% в машинах, в домах. А тебе, сука, на! Пуки вызывали, а он здесь. Пуки! Пуки! Пуки-пуки! ХП Карапалинка, я ебал Ралинку. Заткнись. Блять. О, боже, какая же я вельможа. Давай голосовой донатик, группы. Голосовой донатик. Слышишь, я жду. Давай, давай, давай. Пошу ику. Блять, негр выбитый. О, боже, блять. Сука, сын матери розыск повысил. Ты? Голосовой донатик врубай. Да подожди, донатик, я играю в игру, она моя, и она мне принадлежит. Была таким же, как и я. Бабки уплачены. Блять, он упал опять на технике, где у него какая-то ситуация, что он не поймет, куда сесть. Боже, садись в технику, малыш.
Я уже говорил тебе, что такое безумие. А? Я здесь. Это точное повторение одного... Да, блядь, сука. Раз за разом. Сука, Руслан, да иди ты нахуй, ты конь ебаный. Я ебать, ты, сука, быдлосос, ебаный ты насос. Короче, дорогой мой друг, ты сейчас меня докумаришь, ты меня понял? Понюхай мою полувялую гравитацию. Почему твоя мама Кассиопея? Hey, baby, move, show a little bit more enthusiasm. Вот и все. Don't you say a damn thing. Hey, don't keep up. И тут вопрос такой сразу к Руслану. Дорогой мой друг, у тебя что с лицом вот сейчас в этот период времени? Блять. Ёбаный рот! Это пиздец. Да блять, хп нет, негр, заткни ебальник свой. Ультрамегаласт попытка. Если пройдешь, значит пройдешь. Да хп, ебать, его в рот не было, ты сын гульки. Ай, боже, как же я играю нежно, сука. Походу я женщина. Знаешь, чувство, будто замок совал. Где-то свернул туда и путь стал сам слова, где ты. Знаешь, чувство, будто замок совал. 3-4, 5, 5, 5. Знаешь, чувство, будто замок совал. Где-то свернул туда и путь стал сам слова, где ты. Знаешь, чувство, будто замок совал. Где-то свернул не туда и путь стал сам слова, где ты. Знаешь, чувство, будто замок совал. Где-то свернул не туда и путь стал сам слова, где ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Сука, догоню же, сейчас пиздец набью. Стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Сейчас умрет, блять. Почему нахуй я упал, а человек на другой нам от другой техники не упал? Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Я умоляю тебя, пока не так будет. Моя мама буксовала на моем рыклике. Так, секунду. Денисочка, родненький. Так, секунду. Верни. Да. Чу-чу-чу, Вася, чу-чу-чу. Вася и Джо Байден. А может быть, Несро. Знаешь, чу-чу-чу. Сейчас, смотрю, ребят, сейчас я не Серега попросил, сейчас я вынесу эту 230-ю болгарку. Болгарку 230-ю вынесу. Сейчас, 5 сек. Срочно, просто дело очень срочно. Пацану, блин, там попал, блин, в беду. Болгарка надо туда. Все. Опять сидит, опять свою хуйню играет. Ручку сделать не можешь? Сидишь, блядь. Давайте. Целыми днями. Давай, побегай. Это должно быть уже прохождение. Тем более тебе армор дали. Блядь, человек умирает. Умри, скотина. Есть, человек умер. Есть, все. Все, изи, Русик. Прилично просмотр. Погнали, братишка, нас ебут. Погнали, погнали. Все, работает. Русланчик, лицо к осмотру, клоун. Жоршенко-то побеждает. Ебать!
ебать! Суку ебать! Блять! Ебаная хуйня! Иди нахуй! Сын ебаный, блять! Сука, критика на рор, блять! Ебать! Это пи***ц, машина сломалась, блять! Техника, сука! Сука! Блять, какая досада, сука! Боже, мама! Человек умер! Знаешь, часто будто забуксовал, где-то свернул туда и путь стал замысловать. Человеческая любовь — знаешь, это любовь, которая слабее, чем мужская. Я пожилой кашпо. Я пожилая тарелочка. Я пожелаю тарелочиться. Да, блять, дай проехать человеку на дверчике. Знаешь, чувство будто бы насрал. И шаг. Кассия пея большая и малая медведица. Кассия пея малая и большая медведица. Чел. Все, я приехал к Джули Ченчу. Все.